Конструктивный, взвешенный человек, как я и ожидал. Очень опытный, это все сразу видно. Но вспоминал там немножко о своей семье там, и так далее, о том, о чем мама с ним говорила. Это такие важные вещи, они не имеют вроде бы как прямого отношения к делу, но тем не менее, все-таки показывает уровень его или качество его моральных ценностей. Это все достаточно привлекательно, и мне кажется, что мы в целом говорили на одном языке. Знаете, Лев Толстой как-то сказал: в жизни нет счастья, есть только зарницы его, дорожите ими. Вот мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но зарницы его, мне кажется, промелькнули.